Масяня. Короче, с моим сегодняшним гостем мы встретились, блин, в колоритном местечке между Елабугой и Брянщиной, где-то на необъятных просторах широкие страны моей родной. Слушай, Андрюха, ну, чувак. Ну, что надо? А приятно быть попсой, скажи. Попсой? Да, ну ты ж попса. Но нет. Да ты попса. Да не гони. Ты попса. Ну не попса, нет, я не попса. Ну что ты? Ну как тебе не стыдно? Вот ты паразиточка маленькая. Дело в том, что я считаю, что есть действительно попса. И я уверен абсолютно, что есть поп-музыка. Вот ты же назовешь, например, хай-фай или гости из будущего попсой. Мне кажется, все-таки качественная, нормальная, европейская, очень круто сделанная поп-музыка. Не от слова поп, а от слова для народа. Хорошо, а кто же тогда попса, если вы все поп-музыка? Попса, ты знаешь, я ее не слушаю, но есть эстрада вообще. Вот эстрада, есть эстрада, есть попса. Но попса это совсем что-то такое запредельное. Ну, типа умцадрица, умцадрица. Ну подожди, ты не говори, не бойся, все равно маленький. Я могу вспомнить сейчас, подожди. Все равно же будут маленького бить потом. А, да. Да, бедный маленький. Бедный маленький. Ну кто у нас попса сейчас? Руки вверх, попса. Руки вверх. О, руки вверх, кстати, они на волне, они на грани. Они почти попса на 99%. На 99% они попса, но 1% все-таки достойных песенок у них 100% есть. То есть из 100 песен одна у них нормальная? Я бы сказал, у них вообще одна длинная неплохая песня. Забирай меня скорей, уводи за 100 морей. Все-таки кто попса, ты не сказал? Королева, попса? Да, Наташенька, попса. Однозначно, попса. Да. Шатунов, попса? Конечно, ты что, Шатунов! Белая роза или как там, я уже не помню. Шатунов, ты попса, класс. Шатунов, попса. Бывает, когда вот в гримерку врываются всякие там 12-летние, кричат «хочу ребенка от тебя» и все такое. Слушай, ну подожди, ну как тебе не стыдно? Ну 12 почему лет, не стыдно? 12 лет еще рановато. У нас прием после 18. Ну вот смотри, все часов. Же нормально получается. Две по 12 лет зашли, в итоге 24. Нормальный возраст. Бери и вези, и все. Пока тепленькая. Пока тепленькая, да? Да, пока не остыла совсем. Бывали случаи с поклонницами вообще на гастролях или нет, а? Ну, чего только не было в нашей гастрольной жизни. А ты не сдерживай слезы, бери, пей, ведь я не всерьез твоей любви. А ты не сдерживай слезы, бери, пей, как птицу любовь, корми суки. Ну скажи, все больше у вас или просто? И все, поехали дальше. Ты знаешь, времени мало, поэтому... Да, просто, и все, да? Да. А иногда же возникает желание, ай, как хорошо, дайте я еще разок. Ты знаешь, я бы с удовольствием, но вот, во-первых, сил никаких не остается после концерта, понимаешь? То есть всю энергию отдаешь, так сказать, массам, да. Сразу поэтому, на концерте? Ну, да, да, вяленького, все вяленького. Масса. Да, вяленького. То есть ласкайте меня, это называется. А, вот так вот, да? Да. Небочистая вода, тучи тучи на ветру, и же адрес никуда, безнадега, точка. Ну, знаешь, в последнее время все меньше и меньше. Раньше помню, даже бывало уборщицы ходили по сцене после концерта и собирали бюстгальтер. Вот тебе я его знал бы, привез, подарил. Да мне не там всякие трусики. А сейчас вот выходишь в зал, солидная публика уже сидит, уже какие-то взрослые люди. Даже неприлично как-то, если они начнут кидаться, так сказать, нижним бельем. Но все равно, вон у тебя на спинке, между прочим, диваны, сейчас лифчик тоже чей-то лежит. Кидаются. Кидается, да, конечно. Это я с собой принес. А были такие случаи, чтобы не там не... А что... Да, конечно. Это было. Был такой случай? Да. Раз в год. Раз в год? Да. Что, как чай? До Нового года, до 31 января. А потом...
и следующий. Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше. Просто-просто все мы подросли. Слушай, а тебе часто просят расписаться там, скажем, на груди? Ну, вот здесь вот, я сейчас вот майку задираю, видишь, вот. А у тебя там автограф какой-то уже есть? Нет там ничего у меня. А что же, а где же Богдан Титомир там? Богдан Титомир на других местах не расписывался. Ты вообще бы у всех гостей брала бы автографы? Ага. И тут Иванушки, тут Бо, тут Хай-Фай, например, там. У меня... Тут там Филиппок. У меня туловища на вас на всех не хватит, раз, да и к тому же планируется долгая телевизионная жизнь. Чего ж я буду все? Весь день идет дождь, зануда, дождь, зазнайка. А ты все ждешь, когда придет хозяйка. Фонари зажгли вечерний свет, а ее все дома нет и нет. Ну так просят часто на сиськах расписаться. Просили. Просили, ну, да. Ну, знаешь, просили, но там были такие сиськи мягенькие, ручка проваливалась. Так, совсем. Да. Между них или прям в них? Я потом перестал. Лучше уж на плечах, на бедрах, да? То есть надо такие более жесткие места на теле искать, чтобы было видно, что ты пишешь. На мужских сиськах, они жесткие. Вот мужские сиськи нормально на них пишутся. Да? Нормально все. Да. Мужики, все, кто приходит на концерт Иванушек, давайте свои сиськи и подроспись. Конечно, да подроспись. Тобой, а? Не хочу я с тобой петь. Голосы мерзкие. А я тебя петь не буду заставлять. Я петь буду сама, а ты будешь свои эти заклятия читать. Давай. Как тополиный пух, жара, июль. Какие там ночи? А там по-разному. Ночи теплые. Ночи такие теплые. Да. Ты пойми, что первый поцелуй. Сейчас моя очередь. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей. Тополиный пух, жара, июль. Ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Блин, как ты запомнил все? А у меня просто, я просто других песен не знаю. Я знаю песни только группы Иванушки. А еще прикол, знаешь, когда бывают такие моменты, например, отключается микрофон ни с того ни с сего, да, во ну время концерта. Ну и что, фанера как шла, так и идет у вас дальше. Ага, сейчас, фанера. Фанера это ты. Да ладно. Ну, а что ты меня оскорбляешь? Ты живьем работаешь? Ты не оскорбляй музыкантов. Подожди, ты хочешь сказать, вы работаете живьем, что ли? А что мне моим голосом? Мне проще всего живьем работать. Я вообще всю жизнь живьем работаю. Да? Вот. И, например, раз у меня вдруг выключается микрофон, а петь надо. И я так, знаешь, с надеждой, Кирилл, спасай, пой за меня. А Кирилл стоит, говорит, а я твоих слов не знаю. Тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух. Жара, июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря дул, унося с собою мысли грустные. Тополиный пух, гроза, белые хлопья снега, и любовь к тебе пришла этим снежным летом, летом. Любовь.
Вот и все. А у Кирилла-то фонограмма, один ты в живьем. Нет, нет, всех у нас и нормально. Знаете, этого... это все зависит от настроения. И на от самом того, деле. Кто потом будет бить в итоге маленького. Короче, сегодня в гостях у меня был вот этот вот, блин, в натуре крутой чувак, да? Единственный, кто выступает на нашей эстраде вживую, и то потому, что не имеет голоса, реально, Андрюха! Нереально, а нереально! 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 Да. Ну все, короче, закрываемся, вырубайте камеры, все, всем пока. Давай, девочка, целуй, пока. Вот ты, кстати, сейчас мне покажи свою татуировку, которую сделал Таскин Берг. Ты пойдем, может, побухаем сейчас? Нет, мне сегодня еще выступление. Ну ладно, я пойду побухаю. Ну давай, резони, только мало не пей. Хорошо. Давай. И вам, уважаемые зрители, тоже до свидания. Пока.